Мне, как всегда, понадавали кучу всяких ништяков. Погнали. Всем привет, с вами Кинетик. По-прежнему меня так зовут. Давайте посмотрим, что нас тут ожидает. В принципе-то как... Какая красивая карта, какая маленькая игра. Когда я прочитал вчера комментарий, то, что игра у меня пройдена на 80%, у меня так прям, знаете, скупая мужская слеза так упала. То есть, какая все-таки маленькая игра, я вам скажу, если не принимать во внимание все дополнительные ништяки, задания, обзоры, вот все эти поживы, гоночки, то сюжетка вообще получается у нас ни о чем. Окей, значит, давайте поедем все-таки за 8-цилиндровым. В общем, за новым движком. Я в машинах вообще ни хрена не понимаю. Погнали. Значит, что я хочу? Я хочу сейчас выполнить это задание, получить двигатель, ну а потом мы с вами уже будем рассекать по просторам пустоши, выполнять всякие задания пустоши, собирать место поживы. До финала мы с вами не пойдем до тех пор, пока я все не соберу, все не отстрою. Я думаю, наверное, так. Иначе какой смысл? Эй, привет, жестянчик. Куда нам надо, собственно? Танец со смертью. А погнали. А чё бы нет? Жалко, не показано, сколько нам ехать надо. Считаю, всего героя мерзких прислужников члема надо уничтожить. Уничтожим, не переживай. Сейчас вообще поеду, знаете, в неизведанное. Тихо. В неизведанное, прям вот. Потому что не было там ни разу. Воу, как тебя заносит-то, дружище. Стоп. Там на знак восклицания какой-то. Не могу же я мимо него пройти. Пока, придурок. Машину нас опять куда-то унесло. А мне нравится так выпрыгивать. А вон он, смотрите. Вон у нас жестячек. Давай-ка это, по приколу. Давай-ка сюда, да. Привет, дружище. Ты чьих будешь, боярин? Ну? Это великий подвиг, воин. Но вся еще грозит опасность. У них тут припрятано еще много всяких огненных штук. Прошу уничтожить их. Вызвали нас из беды еще раз. Да, без проблем. Подвиг. Уничтожьте все катапульты помойки в мертвом пустыре. Значок грифы как награда. Жестянчик. Ой-ой-ой-ой-ой, там ща пах. Нет? Какие нахрен шипы? Я тебе говорю, гони сюда, придурок. Сейчас разобьюсь и на... Не, нормально. Ну вот. Круто! Погнали в машину. Всяким сейчас перекатами, наверное. Херак. Как я ловко-то увернулся. Вау. Стой. Не это хочу. Прям вот... Да развернись ты куда-нибудь. Макс, шибани его, я не знаю. А у вас что, нету, что ли? Бензобаков. Наружник. Шипы. Да похрену мне на шипы. Я вообще не из этой местности. Я тут так, мимо проходил. Во, наверх хочу. Я не хочу с ним драться, на самом деле. Просто хочу отправиться уже непосредственно по заданию. А он прямо, кажется. Ну. Смотри, один придурок за мной вязался. Нахер иди. Я тебя знать не знаю, чай с тобой пить не собираюсь. А, кстати, точно, у меня же чай стоит. О, место поживо вижу, там, видишь, какие-то... Я сквозь дерево сейчас проехал, если что. Забавно, глюк. Дома какие-то. Нас боятся, да он просто из радиуса своего скрипта, наверное, уехал. Место поживо, раз приехал, давайте осмотримся, сейчас только чай попью. Что-то я сахара как-то мало положил. Чё, где? Я вообще зашел в первый попавшийся дом, а тут у нас... О, под землю. Это я удачно зашел. Чё почём? Два ломика. Два так два. Я не против. Может, еще какие-нибудь секретные ништяки. Кстати, было бы...
А ты можешь присесть как-то, Макс? Нет, не можешь. А, ты тут не один. Было бы забавно, если бы у нас был, допустим, еще какой-нибудь секретный контент в игре. И чего ты? То есть, допустим, место поживо приходишь, у тебя тут ничего не показано, ты находишь где-то спрятан какую-то ништяковую штучку, и тебе говорят, эй, кинетик, ты нашел секретный контент. На тебе конфету. Ну или там дополнительный ООН, хотя он у нас так у нас есть. Какие-нибудь, не знаю, ну блин, ну что-нибудь могли бы придумать. Было бы вообще круто. Место поживо 100%. Че, все, вот я в эту лестницу спустился и готово. А для чего здесь другие домишки установлены? Или так, по фану? Чтобы было? Чтобы пустое пространство не заполнять? Может там есть чем? Может я все-таки прав насчет секретного контента? Я не знаю, какие-нибудь ништяки для машины, те же самые флаги каких-нибудь стран или частички истории этого мира. Все-таки что здесь произошло-то, а что так все разрушило к чертям? Как будто солнечная вспышка прошлась. Так, буквы R не западай, давай. И земля просто сгорела нахрен. О, тут еще кто-то есть. Еще место поживы. А кто здесь? А тебе что надо? Не дави его, пожалуйста. Привет. Такую крутую тачку неплохо бы испытать на прочность. Давай я покажу тебе пару мест, где она сможет показать себя во всей красе. Показывай, чё садишься-то. Интересно, так сделано, у него броня в виде этой шины. Опять же значок грифа по незрелищной прыжке. Хорошо, понял. Вообще-то я как бы... Ну вот, жестянчик у нас, видимо, гнать не может. Давайте так добежим. Макс, ты перепрыгнешь здесь, пройдешь? Нет. Слушай, а зачем тебе вообще возможность прыжка дали, если ты прыгаешь, я не знаю, как... Как колобок вообще никчемный какой-то там. Так, ладно, погнали. О, луна у нас. Давай сейчас это место поживо тоже соберем и поедем уже... Смотри, какая машинка. Вот на такой бы я, наверное, погонял. Так, вон там наверху вода, вижу. Там у нас еще что-то. На коротышках мощная броня. Тут у нас, видим, какая-то забегаловка была. Вот, то есть, круто было бы, если бы валялись какие-нибудь такие записки, что произошло. А то мясо отняли, еду отняли, детей забрали, забрать можно их на площади за бабки. И чё? Я... Сколько уже? У нас с вами 26 или 27, по-моему, серия? В смысле? Ты ща огребёшь, придурок. Блин, ты даже отсюда не можешь перепрыгнуть. Ох, Макс. 27 серия, я до сих пор не знаю, что в этом гребном мире произошло. Я только знаю то, что Макс хочет собрать... Нормально. Я только знаю то, что Макс хочет собрать охеренную тачку, потому что егошню у него отняли. Опять же, непонятно почему. Вот. И все, и как бы больше ничего. Нормально так. Он, наверное, рестлером был в прошлой жизни. В смысле, когда-то чё? Давай, добей его уже. Еда? Что у него там за еда? Нет, не хочу подбирать. И поесть тоже не хочу. Вот забрать трофей, да. А то там будет сейчас какая-нибудь дичь. В виде опарышей. Я чё сюда пришел вообще? А, место поживы, точно. Вот, то есть уже 27 часов, получается, целые сутки с лишним бродим в этом мире. И чё тут произошло вообще? Ну, хочет он отомстить. Почему? Кто его обидел? Не, я прекрасно знаю, кто его обидел. Жестянщик. Прям вот... Макс, почему ты не зовёшь жестянщика? Он нам сейчас вообще очень, кстати, нужен. А я проехать на нем смогу здесь сюда, нет? Походу, нет. Требуется взрыв. Круто. Чем взрывать? Может, грампун какой где валяется? Я понимаю то, что там лестница, ее круто было бы вообще грампуном нашим вытащить. И грампуном взорвать, но сюда на машине не подъедешь. Канистры я тоже пока не наблюдаю.
И чего? И что делать? 2 из 4, 0 из 1. Чего, детали? Детали, металлоломщики, ты смотри. А во, лестница есть. Нормально. О, там еще у нас какой-то придурок стоит. Снайпер, походу. Ну, давай завалим снайпера. Здорово, чувак. Пиво будешь? Нет, ты не пьешь, что ли? На. Да-да-да. Нормально. Чувак, а научи меня так же делать. Я тебя прошу, а. На тебе. Такое чувство, как будто я сейчас бомбу у себя в руках взорвал. Ты перезарядил, да? Давай забирай. Хорошо, снайпера мы завалили. Вот сюда, наверное, можно пройти, потому что я не вижу других путей. Прикол, а там нет ничего. А там реально нет ничего. И нахрена? Или это у нас братишка-то так патрулировал местность, так сказать, свои владения? Так, давай сюда пойдем, что ли? А, так, тут у нас, кажется, что-то более-менее проясняется. Ага, давай сюда. И теперь вот сюда можно пройти, да? А что у меня там еще? Один лом и одна деталька. Хорошо. Так, ты лестницу скидывай. О, тут еще лестница есть. А, и там еще вниз можно спуститься. Вообще круто. Наверное, внизу-то у нас как бы все и есть. Окей. Так, там ничего нет. Ну, давай. Сходим. Так, вижу деталь. Кстати, а мы, по-моему, сюда в прошлой серии не доехали. Один из трех. Ты меня это, давай. Херак. Макс, ты чё происходит? А, красиво. А, красава-то какая. Разобрались. Деталь нашли. Значит, надо найти еще один лом, который, наверное, за взрывоопасной дверью. Который требуется взрыв. Ну как? What the fuck? Че, новый враг, главарь? Серьезно, что ли? Откуда здесь вообще главарь какой-то? На тебе. Так, слушай, а это что-то новенькое, кстати, друзья. Так. Но биться с тобой вообще просто. Я, конечно, могу тебя и... Вот так вот. Ой, это я зря, наверное, сделал. Наверное, надо было поклониться. Мы его сейчас в режим ярости добьем. Ха, промазал, придурок. Понял. Его можно, в принципе, из-за... Какие нахрен, ребят? Я тут один, дружище. Тихо. Я же нажал уклонение. Чё-то он как... Какой трофей? Я тебя вижу здесь впервые. Макс, не надо, не дерись. Так вот мы уклонились. И заточка его. Так, походу, больше отнимает, но как-то скучно вообще заточкой одной фигачить. Давай, атакуй меня. Хренак. Подбегаем. И заточкой. И вот типа его так... А ты мастер. Я в тебя, наверное... А я... Все, все заточки кончились. Сейчас руками будем двигать. А может, у тебя можно из дробаша? О, давай. Понял. Дробовик-то мощного у нас, кстати. Но, я нажал. У-ху-ху. Хрена. И что за трофей? Золотые часы? 60, дроба... плюс 27. 3 плюс 1. Круто. Восполнили все патроны, восполнили весь ломик. Давай теперь сюда зайдем. Ой, и там ломик, и там ломик. Прикиньте, а там гранат какой. Не, я думал, за него, может, какие золотые часы выбудут. Там роликс или еще чем-нибудь такое. Давай, быстро нажимать. Нажал. Что-то сегодня как-то все взрывами тут попахивает. Место пожива 100%. А нахрен... Объясни мне тогда, нахрена наверху дверь взрывоопасная? Прикинь, а там выход. Макс. Да, дверь у нас исчезает, Макс. Хрена! Я же нажал. Так. Добей его. Живой, что ли? Помирай. И у нас дверь наверх.
Допустим. То есть тут делать больше в принципе нечего. Главаря мы нашли, убили, хотя я даже не ожидал его здесь увидеть. Вот такой вот у него был значок. В местах пожара можно найти полезные предметы. Для меня сейчас все полезные предметы бесполезные. Окей, значит, мы идем наверх. А там, наверное, канистра. Да, и дверь. А канистра есть? И канистра есть. Я прям сегодня вангую. Я тут в первый раз, друзья, серьезно. Так, ну хорошо, давай забирай. Значит, мы это... А в принципе, я могу как бы обратно выйти. Бросай. Ну, и отбегай давай, а то еще сама сейчас убьет вот там. Ну там кого-то на куски разнесли. И эффективно... Эффективно, эффектно, как в фильмах надо было из огня выходить. В принципе, там больше ничего нет. Нам даже показали то, что 100%. Заточек у меня тоже больше нет. А, воды надо набрать. Слушай-ка. Точно. А вот как сюда забраться? Блин, надо, наверное, надо было сверху сбросить, да? Угу. Блин. Че, побежали с водой, наверное? Так, я поднялся обратно наверх, то есть пробежал эту подземку. Где у нас был главарь, так называемый. А, вода вон там. Добраться-то до тебя как? Ну, допустим, давай снова пробежимся поверху, потому что ничего другого нам не остается. А, погоди, а может быть там можно как-то на... Стой! Твою мать. Давай, Макс, ну тут же можно. Ну, давай, отлично. Во, лестница наверху. Я же сказал, лестница наверху. А с другой стороны? Блин, во, отлично. Сейчас мы, значит, попьем. Грампун. Нахрена? Допустим. Да, как всегда. Вон там, наверное, можно эту лестницу спустить, но для чего она там нужна, я как бы вообще понятия не имею, потому что мы пробежали наверх, потом поднялись здесь, и, в принципе, наверх туда нам больше как бы и не надо. Тем не менее, лестница по какой черт там есть. Может быть, для красоты... Так, выпили. Ну а теперь восполняем. Сейчас мы снова попьем и потом снова восполним. 320 вон, хорошо. Так, и снова пьем. И снова восполним. Круг жизни, круговорот воды в максе. Давай, Макс. А у меня круговорот чая. Блин, что-то у меня вообще сегодня как-то хреново. Ни печенюшек, ни тортика, все кончилось. А то бы сейчас хлопаньки так и перекусил в 2 часа ночи-то. Пошли. Выработал для себя прикольный режим, друзья. Не знаю, может быть, вам тоже пригодится. Хотя вряд ли у вас будет такой график жизни, как у меня. А где машина? Жестянчик! Где бы ты ни был. А, вон он где у нас. Тема такая, тут надо было мне в 5 утра вставать на этой неделе. Я думаю, вы заметили, когда-то ролики выходят утром, когда-то вечером, то есть как могу. Так вот, в 3 часа, грубо говоря, в 4 часа я освобождаюсь от всех дел, но меня жутко тянет в сон. Что мы делаем? Я беру и ложусь спать. В итоге до 12 где-то полночи я сплю. Привет, придурки! Эй, куда гоним? Пока. И потом уже начинаем жить полноценной жизнью. Но вы, наверное, вряд ли так сможете. Потому что нормальным людям надо спать. Я вообще ни разу не нормальный. Так. Вы на меня, что ли? Вы смотрите... А, блин, у нас еще топлива нет, друзья. Я, походу, зря там канистры израсходовал. И машина как-то у нас поломалась. Я вообще за заданием как бы ехал. Конвой у нас? Не-не-не. Нам сейчас никакие конвои не нужны. Давай. Опа. Нам вон туда по прямой. Это кто? Это не наш. Вы долго за мной гнаться-то будете? Вот сюда хочу. Пошел нахер. Уи! Я вроде куда почти приехал. У нас Макс пока ничего не говорит. Давай уже.
Есть тема. Думал начать Dark Souls 3 проходить. Начал, короче, персонаж создал. Блин, такая унылая игрушка, если честно. Она ужасная. Не, блин. Ну, не то, чтобы она совсем ужасна. Она ужасна в плане графики. И опять я сейчас, наверное, выражусь так, потому что меня неправильно поймут. Скажут, ни хрена ты не понимаешь, это офигенная игра. А, как бы так по-правильному выразиться? Слушай, он за мной так и едет. Че тебе надо от меня? У меня денег нет, я автограф не раздаю. Там графика настолько ужасна, что она прекрасна этой своей ужасностью. Так, тут что-то светится, мне кажется, это какой бомж, что ли? Че, засали? Лохи, нахер идите. Вот, то есть графика прекрасна своей ужасностью. Блин, надеюсь, правильно сказал. Снайпер, что ли, где? Я его не вижу. Наверху, наверное. Так, ты пока чини машину. Да, он где-то сзади. Вот. Но побегал, реально. Вот. Кого он? Новый враг. Да похрен на него. Я сегодня до двигателя-то доеду, нет? А где вход? Слушай, а может быть тут можно как-то подняться? Нет, нельзя. Вот. Она мне просто показалась какой-то унылой. То есть там специальность... Слушай, а как наверх забраться? А, вон у вас там мегапати. То есть через вас он там по лестнице, я поднимаюсь, всех нахер вырубаю. Промазал, придурок. Так, слушай, давай на земле вот. Этот оборванец, парень. Херак, нахер пошел. Так. И я же... Вот, Макс, ты все-таки идиот. Вот держишь контрудар, а он хрена тебя развернула. Научи, а. Так, готов. Давай, атакуй меня. И вот так вот. Может, еще оружие у него заберем? Приготовься к бою. Я-то всегда готов. Так, оружие взяли. Да, попробуем расхерачим. Сейчас он... На тебе, ублюдок! Оу! Красава, что еще могу сказать. Хорош макать. Ты давай тут не ори особо-то. И вот так вот. Фу. Макс! Тихо. Падай. Нет, не ты. Да. Он умер и еще орет. Круто. И зачем я сюда пришел? Место поживы. Я надеюсь, меня нормально слышно, а ты немного удалюсь от микрофона. Кстати, да, надо будет микрофон поменять. Но это опять же со временем. Вот, о чем я вообще говорю? Про новый режим. Я скажу, мне нравится, кстати. Я как бы в 12 часов встал, 6 часов я пойду по делам, а потом продолжим. То есть в 3 часа или там в 4 опять спать, завалюсь и снова до полуночи. По-моему, неплохо. Консервы. 100%. Давай поедим. Сейчас, я надеюсь, все-таки мы отправимся за двигателем. Ты чё так небрежно выкинул? Тут вон корзина для мусора есть. Или тут огонь горит. Пожарил бы по-нормальному, как человек мясо поел жареного. Хоть и собачьего. Или из чего там вообще консервы делают. Я ж тебя убил. Или нет? Или кто там? Так, хорошо, допустим. Допустим. Тихо, вот так вот аккуратненько соскользили. И чё, где? Жестянщик? Где-то там. Понятно, ты недалеко. Нам куда? Не надо меня давить. Круто. Нам далеко ехать вообще? Блин. Очень, курсант, надеюсь на тебя. Я прям очень надеюсь, то, что сюжет сейчас не кончится. А то меня прям печерка возьмет. Неимоверная. Да, попробуем по дороге, что ли, как люди. Осторожно так. Как-то мрачно у них здесь, я скажу. Но закат эпический. Стопэ. Давай сюда. Тяните машины. Окей. Территория фритюра. Вон, сколько. Хрена? Погоди, погоди.
Хотя так, наверное. Там опять место пожив. Да что же вы со мной делаете-то, а? Не, давай в следующий раз. Мы за двигателем едем, там снайпера вижу. Мне бы еще топливо где найти. Погоди. Уи! А где он? Наверное, где-то там. Уже до третьего. Довольно-таки быстро, наверное, здесь можно снизить уровень угрозы, потому что один снайпер, одно пугало, чучело или как-то там, и все, у нас уже не пятый, а третий. Может, и вправду можно? А, да, она вон как бы и небольшая такая. Там у нас грифа появился. Чё тут вообще вас... Слушай, так давай мы все сделаем, чего нет-то? Сейчас гарпуном все так. Так. И все. Только, наверное, особо... Погоди, давай вот так. Уж не зря мы снайперку докачали. Надо все-таки использовать. Вроде убили. Только что-то уровень угрозы это нифига не снизило. А, тут... Может, вы просто так там стоите? Нате прям по шляпе. Тут место поживо. Давай за... Так, не так. Что ж такое-то? О! Так. Теперь давай назад. Уровень пониже. Давай, да, прям до двоечки. О, как хорошо-то. Может, мы сейчас улучшение какое получили? Кстати, да, гараж, что-то новое есть. А что есть? Грампун. Ништяк. 400. Мощные пружины. Угу. Уменьшает время перезарядки на 50%. А я не против. Давай, вылезай. Ты пока машину почини, я топливо поищу. А то у нас как-то что-то вообще беда. А вот, кстати, и канистры. Одну можно сразу... Много канистр, кстати. Смотри. Я удачно зашел. То есть, одну сейчас можно сразу вешать в багажник, одной можно заправить. Ну, а остальных подобрать, что ли, нибудь. Так, давай. Херак. Ой, как вас много-то. Так. 21, кстати. Давай добивай. Давай еще раз добивай. Ништяк. Не менее 35. Хью, я нажимаю Хью. Какого черта? Там... Там не было того, чтобы... Давай еще раз. Добить его надо. Я не видел того, чтобы он... Ну, это красный морд, или как она там называется? Как он, блин, как вас много-то, ребята. Чтобы нас атаковали. Бешенство, вот, вспомнил. А давай, знаешь, что попробуем? Давай, кто кого? Если не. Так. Знаете, что заметить? Что-то как-то у нас вообще сильно такое. Может, надо было на сложном уровне сложности начинать? Представляете, сложный уровень сложности в безумном максе. На все требуется двойное количество лома. А вот, все увидел. Тупанул, согласен. И вот так вот. Макс дерется, как пьяный мастер. С его-то замахами. Можно выдохнуть. Вы пунтиком из 25 не более одного раза. Воин дороги, уровень 2. 12 очков гриппа. Вот теперь можно, наверное, к нему ехать. Так, чем делаем? Канистра. Вон еще две стоят. Жестянщик, иди сюда. Сидит такой. Скучает. Я там дерусь во всем, он скучает. Заправляй машину. Они полные хотя бы, надеюсь, да. Ништяк. Так, отлично. Вон сзади еще хренососы едут. Это, в принципе, можно как бы сделать вот так. Давай прощаться. Вот, и еще одну сейчас схватим непосредственно. Блин, я надеюсь, все целы, ничего здесь взрывать не придется. Вот, еще одну кладем в багажник, и мы счастливы. Блин, он сидит так угарно.
Может, туда даже на превьюшечку одного поставить. Сидит, отдыхает. Макс, повернись вон туда. У нас вообще офигенный кадр будет. Как будто ты смотришь на него такой. Ты опять отправился в долгое странствие по глубинам разума. Ты в порядке, рулить сможешь. Нормально. Так, я хочу положить в багажник. Да, вот. Жалко, больше одной нельзя. А было бы какое-нибудь улучшение для машин. То есть, дополнительное место для канистры в багажнике. Для любителей огненных покрышек. Или как они там называются? А вы что, со всех дыр что ли, повылазили? Так, ящик с ломом, деталь металлоломщики. Кстати, я вообще как бы не ожидал, что они тут есть. Я просто увидел место поживы. Я их, по-моему, даже не отмечал. Взять боеприпасы. Одна заточка. Ну, хоть что-то. Представляю, сейчас поднимусь, а там что-то взрывать где-то надо будет. Вижу лом, не знаю прием. Не знаю, где он. Так, два из четырех. Я, правда, уже не помню, где я первый взял. Еще кого-то слышу. Погоди, погоди, я сейчас тут насобираюсь, а потом подеремся. Умереть вы всегда успеете. А вот детали. Блин, мне показалось, он на одной ноге там, знаете, в ногу что-то попало, вытряхнуть пытается. Так, все, собрано. Тут вроде ничего, тут кто-то спал у нас. Привет, пока. И вот так вот. Как красиво-то. Жесток, правда, но красиво. Давай этого теперь тоже. Чё заметил? Хера. Слушай, Макс, вот если бы ты его еще. Не, на самом деле, представляешь, выбираешь добивание, он его кидает об землю. О, полетел, как красиво, да? Вот, он его кидает об землю, а находимся мы где-то вот тут. И получается так, то, что он его нахер его вниз сбрасывает. Было бы круто, наверное. Только такой момент надо еще подгадать. Чё там? Один ломик. Круто. Я все здесь собрал. Так, вон там еще можно наверх забраться. Наверное, там последний, потому что тут я как-то, в общем, больше ничего не наблюдаю. Ящик с ломом где-то у нас есть. Так, стопэ. А тут что? Тут как-то все запутанно сделано. Вон, вижу, что-то валяется там. Это мы возьмем. Давай, тащи к себе. 58 плюс 26. Надо по-любому в грифе зайти. Наверное, все прокачаем до максимума. Не, а круто, прокачали все на максимум, и нам дают очки грифы. И что делать с ними? Интересно, будет ли такое? Походу, все. Несмотря на то, что там есть еще одна лестница, по которой можно подняться. Я вообще заблудился, по-моему. Можно подняться и что-то там сделать. Я ее даже не использовал. Вон она. А, там, наверное, снайпер был, которого мы убили. Давай поднимемся, посмотрим. Так, забирай. Вся. Наверх. Так, да, так и есть снайпер плюс патроны. Но патрон у нас максимум, наверное. А, винтовочные патроны. Хотя бы винтовочные. Вон там у нас нефтяные вышки, походу нефть добывали. Круто кака. Однообразные квадратичные текстурки. Окей, давай выдвигаться и, наверное, уже все-таки, я надеюсь, мы доедем до задания-то. Я как бы хотел выполнить только задание, но вот так получилось, то что... Получилось, как всегда, не как всегда. Хочешь ехать по одному маршруту, в итоге находишь одно, второй, третий. И вот ты уже захватываешь лагерь, а хотел-то просто съездить вон к тому восклицательному знаку на карте. У меня обычно так и получается. Слушай, а может мы все тогда здесь нахер разрушим, а? Фритюр. Мы у него были? Нет. Собранные детали, пёсы, баги. Металломчиков могу собрать. Я к фритюру даже еще и не заезжал, но уже могу у него что-то отстроить. Это круто. Смешно будет, если вообще приезжаем к нему и уже как бы все. Не-не-не, ребят, я не с вами, я вот сюда. Я по заданию. Кстати, два задания у меня тут. Висят. Неоновые огни, хрена.
Гастал! Не высовывайся, я на разведку. А где мистер Челе? Не забудь про крикуна, про гонку. Здесь легко все забыть. Задание пустоши. Призраки прошлого. Танец со смертью. Тебе здесь не выжить. Это соревнование для настоящих гонщиков. Я хрен его знает. Либо туда, либо туда. Туда или туда. Но восьмицилиндровый вроде бы... Цилиндровый. Ну, не цилиндрический. Так, ладно, мысли вслух. Наверное, сюда. Все-таки по сюжетке его получают. Пора спать. Эй. Свежее мясо для мясорубки. Прямо из сыровых пустошей, да? Я хочу участвовать в гонке. Видишь доску? Поставь на ней свой знак. И я найду тебе место под куполом смерти. Поработаешь в кровавом спорте пару лет. Научишься выживать. Станешь чемпионом. И тогда, может быть, я начну готовить тебя к участию в гонках. Времени нет, Болтон. Мне нужно на гонку прямо сейчас. Ладно, возможно, у нас найдется место для человека с твоим темпераментом. Но взамен на услугу. И опасную услугу. Возможно, самоубийственную. Видишь? Видишь эти штуки? Это огоньки. Но они гаснут. А с ними гасну я. Но, если кто-то, очень отчаянный человек принесет мне новые, следишь за мыслью. Тебе нужны новые лампочки. Мне нужны новые огоньки. И побольше, да. Я всех просил. Душителей, мародеров, палачей. Но никто не хочет мне помочь. И знаешь почему? Потому что у них кишка тонка связываться со стервятниками. Говори, где их найти. Поезжай по этой дороге. Она приведет тебя к поддюме. Бон вояж! Трэш какой-то, огоньки ему нужны. У меня дом гирлянда есть старая, можешь тебе подогнать? Это Джерни Светофор? Он хочет, чтобы я поработал на него. Так, что же хочет этот жирный светофор? Окей, а тут есть какие-то улучшения или еще что-то нет? Просто так. Так, и куда нам ехать? Найду я сегодня или нет? Погоди, погоди. Проехать в поддюн. Я понимаю, но куда? Так. О, паники! А мы успеем сегодня за час-то уложиться или нет? Там уже как бы 20 минут у нас остается. Слушай, давай попробуем, я черт его знает. В крайнем случае уж просто доедем. Вали обратно в пустоши и сдохни там. Слышь ты! Не была бы ты не эписем, я бы тебя пристрелил. Мне лучше только трясет. Уже лучше бы был жар. Это ты же говоришь? Если это говоришь ты, то это вообще как-то неоднозначное. Так, там я вижу девочка сидит, но мы с ней пока связываться не будем. Мы приехали по сюжетке. Садись в машину. Давай отсюда выбираться. Выполним поручение крикуна, и ты сможешь участвовать в гонке. Скоро вождь будет нашим. Если я правильно понимаю... Знаешь, мисс под названием пойдет? Знаю, я лучше бы не знал. Все настолько плохо. Мы все мечтаем о ее богатствах. Но пойти туда значит сплясать танец о смерти. Мне нужен вождь. Тебе нужен вождь, мне нужна разведка. Давай сначала вот сюда сгоняем. Опаньки, сейчас что-то есть. Во имя зажигания смазки и вулканизированной резины, направь нас на курс истинный, о бог движения.
Как ты? Ху-ху-ху. Максимка, что с тобой? Пулемет пригнись. Где? Огни большого города. Нормально, по крышку летело. А, вон, да пофиг. Поехали. По нефтяным песочницам. Я шарик хочу на разведку сгонять, чтобы это... Я думаю, здесь еще пару-тройку... И еще раз. Стопэ. Где этот придурок? Я тебя только что видел. Не вижу. Пробьем, нет? Угу. А вон еще один. Хорош. Давайте поедем. Так, там еще я одного вижу. Вот так вот. О, вот это я понимаю, снайперка. Снайперка. Может, там еще кто где есть? Нет, никого. Окей. Так, выходи давай, Макс. Да, выход. Отлично. Сложил куда-то, сбросил. Вон там покрышки у нас летают. Нормально, все хорошо. Надеюсь, это не буря вступает. Будет вообще хреново. Че я хочу? Я хочу шарик здесь взять. Ломик. Давай. Место поживы 100%. Офигенно. Я предлагаю взять канистру, потому что она нам, наверное, пригодится. Потому что иначе как бы быть не может. Привет. Привет, мальчик синенький. Тихо! Хренавы! Вообще-то, не-не-не-не-не, погоди. Тут канистра где-то была. Не, не то. Ты хорош. Ладно, давайте без канистры вас завалим. Макс, чё ты как-то вообще расслабился? Твою мать. Ну окей. Не пропадай же патроном. Но, вот так вот. По-быстрому, а то что-то все как-то кулаками да кулаками. Ух, ёлки-моталки, всем приятного аппетита. Знаете, я бы не хотел такого стоматолога оказаться, прям. Кресло, представляешь, приходишь ты в больницу, врач такой с улыбочкой присаживаетесь, и вот кресло вот такое. А рядом ванночек стоит. Ваши реакции на это все? У нас патронов как-то не очень много, я вижу, да? Дробовой 1+1. Хорошо. Есть грампун. Опять же, не знаю для чего. Давай сходим, может пригодится. А вон туда, наверное, все-таки... Да. Не все глюки исправили в игре. Давай заберем канистру. Я думаю, она все-таки нам для чего-то но нужна. Но не может канистра просто так внизу стоять. В принципе, может. Чего бы нет. Тихо. Сейчас, кстати, возможно, легкие такие подтормаживания. Если вы видите, у меня просто внизу еще там, внизу. Фоном игра устанавливается. А, сбрось. Так, поддерживать, стопнуть. Угу. Давай. В принципе, можно было и гарпуном ее столкнуть, и как бы путь срезать. Но что-то я как-то не заметил ее сразу. Давай, полезай. Где мой чай? Блин, чай уже остыл. Давай дальше полезай. Сейчас посмотрим, что у нас здесь в округе происходит. Где у нас еще... Ага, я знал. Наверное. Так, давай сначала попробуем просто залезть. И под... И под... Подняться тебя можно, нет? Сесть в корзину. Так, левый shift, блин, давно на шариках не ездил. А чё, можно, да? Вопрос, нахрена тогда канистра? Окей, поднимаемся сейчас, разведаем, чё, как, чему, где, почём. Если этих пугал, чудищ, или как они там называются, здесь немного, то тогда... регион свалка у нас с вами открыт. Красиво, кстати. Так, значит, там у нас ничего нет. Во, можно приближать. Давай отдалимся на максимум. Это что такое? Мощный пугало. Хорошо.
снайпер. Да и все, наверное, в принципе, мы как бы остальное-то разрушили, порешали, порешили. Еще одно пугало, которое мы с вами видели. Я подумал, собака пробежала, думаю, откуда здесь собака? Вон там ребятки у нас с вами стоят, что-то ждут. Забавная, кстати, машина, раскраска прикольная. Я бы себе такую поставил. Так, там у нас ломик, надо будет забрать. Это место пожил, наверное. Храм Фритюра. Окей. То есть получается три точки, и мы с вами Фритюра освобождаем. Представляете, приходим, такой, эй, привет, давно не виделись, в принципе, вообще не виделись. Спасибо, что освободил нас от гнета Челемовского. А вот еще что-то есть, еще одно пугало. Так, вроде все. Да, в принципе, все. Знаете, если вот так голову к моему монитору вплотную поднести, такое чувство, как будто в VR находишься. Монитор бомбовский. 2,4 дюйма, вообще ничего никак не привыкну. Здоровенный, классный. Так, когда видишь свой... Рядом у меня ноутбук стоит, смотришь на его 15-дюймовый экран, такой... Че это? А когда-то играл на нем. Когда-то работал, было круто вообще. Походу все, друзья. Да, круг сделали, если сейчас там пугало или кого вижу. Угу. Давай, убираем бинокль. Тым-тырым-тым-тым. Остальное все уже закрыли. Ништяк. Вот, пугало, фритюр. Да все рядом, в принципе. Давай спускаться. Я думаю, сейчас... Наверное, сгоняем мы по-быстрому. Так, раз, два, три, четыре. Но только то, четвертый вдалеке. Но нам, по-моему, в ту сторону надо. Значит, тогда сначала с этим сейчас разберемся. Блин, Макс, жалко, ты не можешь отсюда снайперку взять. Все, вылезай. Так, буква R. Не залипай. Давай канистру возьмем. Честно, не знаю, зачем. Нет, это... Фу! Я уже думал, сейчас упадем. Так, винтовочные патроны, хорошо. Не падай! Ты живой? Окей. Я бы сейчас поел чего. В двух смыслах. В смыслах. То есть, как бы и сам, и самому поесть надо. И Максу бы чего перекусить. Жестянчик. Так, пальцы... Блин. Как этот, как его... Как они называются-то? Люди нестандартной ориентации. Слышь, что это? Давай-ка машину как пальчиком помахал. Принеси мне сюда мою карету. Карету мне? Карету. Так, куда мы поедем? А где? А вот они. Так, значит, нам надо в ту сторону. Тогда давай вот к этому сначала. Напрямую. Стоп. Прикинь, а знак восклицания, если наверху находится. Или нет? А, нет, все нормально, где-то здесь. Вот наш друг. Из игры выкинула. Черт его знает, я даже... без понятия, в шоке нахожусь. Что произошло? Решил поговорить с парнишкой, то есть сначала на подходе к нему у меня сначала черный экран, потом окно, и потом вылет, и все. Последнее, что я видел, это Макса где-то в 100 метрах над землей. Ну, он типа падал. Блин, жесть какая. Я даже не знаю, засчитался у меня с ним разговор или нет. Где мы находимся? Так, мы в крепости Члема. Вон, вижу этого нашего... Как его зовут-то? Индейца, который машинами рыгает. Окей, так, выдвигаемся. Надеюсь, у нас все хорошо. А, так, давай, значит, сюда перемещаемся сразу. Чуть можно было прямо с крепости сделать. Кстати, а машин у нас есть, эта голова, видите? Мы ее добыли. Окей. Вон тот знак восклицания, у которого все злополучное произошло. Давай попробую, я еще раз к нему подъеду, поговорю, а черт его знает. Как-то боязно даже. Вот, а тут у меня был черный экран. Так, сейчас вроде все хорошо. Ну, давай поговорим.
Эхо твоих деяний летит впереди тебя. Ты знаменитость, легенда. Лучше не отсвечивай, если не хочешь лишиться головы. Не отсвечивай, я правильно прочитал? Хорошо, отсвечивать не будем. А где все? Стопэ. Мы же были на воздушном шаре, но у меня почему-то ничего не отмечено. Что, не сохранилось, что ли? Какого черта? Я сейчас еще раз туда сгоняю на паузе, а там уже посмотрим, что вообще за глюк такой. Какая-то странная херня произошла на самом деле. Самое смешное и грустное, друзья, то, что у меня там ни черта не сохранилось. У меня шар числился как бы активным, то, что я сетил, но по факту на карте ничего не было отмечено. Так вот, забавный глюк. Давай тогда сейчас спускаемся и отправляемся все-таки на поиски этого... Огоньков? Нет, не огоньков. Отправимся мы сначала вот сюда, а потом уже... Потом уже отправимся за огоньками. Но сами огоньки, наверное, мы будем добывать в следующей серии. Или когда там? Ну да, действительно, когда их нам еще добывать? То есть у нас какая задача получается? Добыть огоньки, добыть двигатель, ну а потом заниматься всем чем угодно, но только не финальной заставкой или финальным заданием. По-моему, сюда. Да, вот этот пугал я вижу. Черт, намусорили, да? Металлолома сколько... Давай. Неужели не можешь? Тебе бы шинги. Кстати, там что-то можно было прокачать, я смотрел. У Макса что-то у нас новенькое появилось. Мне же даже самому стало интересно, что. Да хорош, ты что сгоните. Что это такое? Давай. Отлично. Вот так вот просто. Вот тебе и мощный пугало. Чуть спокойнее, меньше бандитов, само собой. Сейчас мы прыгаем вот сюда, а чтобы нам все это долго не ждать, не ехать, там рядом еще у нас что-то есть, ну и оттуда уже отправимся к снайперу, по-моему. Снайпер он у нас, я вижу, тут есть недалеко. Кстати, да, недалеко. Может, я его из снайперки достану? Ха-ха, снайперы и снайперки. Не, давай вот сюда сначала. Давай, втопи. Жми на тапку, или как там обычно водители говорят. Дави на тапку. Почему на тапку, кстати? Кто-нибудь знает? Я как прирожденный не автомобилист, я как бы не знаю. В семье 5 машин. Или сколько у нас? Наверное. И, собственно, только я один из всех. Не разбираюсь в них. Там еще бы узнаю, этот какой-то снайпер. Место поживы. Но им мы потом займемся. Стопэ, стопэ. Но! Ты же можешь! Какого черта? Давай, на ходу его как-нибудь оторваним. Так. Вот что хотел. Нормально, лети отсюда. Я тебя освобождаю от оков. Твой внутренний мир теперь свободен. Еще одно пугало у нас. И отправляем... Кстати, прямо по дороге. И отправляемся уже на ту зеленую точку на карте, которая у нас справа отмечена. Гарпун рулит, мать его. Так, понятно. Слишком рано. Чем-то на тыковку издали, похоже. Уровень угрозы понижен. Скажи мне, что сейчас он правит. Че, еще что-то есть? Что-то еще где-то есть. Наверное, это какой-нибудь лагерь. Стой, 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 стой. Но, вот ты же мог. Извините, я тяну. Отлично. Но уровень угрозы не понижен. Наверное, где-то конвой еще ошивается. Окей. По-любому. Хорошо, отправляемся. Нам вот сюда, собственно, прямо по дороге. Нахер иди. Не буду с тобой драться. Это мы тоже все залутаем, поищем потом. То есть... Стоп. То есть так и получается, то, что мы сначала добудем движок новый, а потом уже... Знак восклицания. Давай тебя тоже.
Там снайпер. Но? Нет, не убивай. Я тебя знаю. Это тебе дали поручение. Крикон послал тебя в подделну, да? Найди машину покрепче, иначе живым ты оттуда не выберешься. Хрена? Чё там бормочет? Так. А вот так вот, значит, да? Окей. Пока. Бум-установка. А если я вот так сделаю? Видимо, это мало честь. А можно по ней взорвать как-то? Не, без толку, да? Чё еще там есть? И еще одна бум-установка. Ну, окей. Давай тогда, не знаю, грампона выберем, может быть? Или как? Хотя не, я думаю, мы сейчас обычным грампоном также. Оп! Нет, вот прям вообще ни разу нет удара. Стой. Так. Вон там еще машина стоит, непонятно для чего. Так, и что дальше? А, выпрыснить нет, да нафиг надо. Что-то мне это вообще ни разу не нравится. Непрочные ворота, да? В смысле? Какого дьявола? О! Нормуль. Давай еще. Вот вам и непрочные ворота. Так, ладушки побежали. А, место поживы у нас еще до кучи. И куча канистр. Я не удивлюсь, если место поживы это вон там внутри, потому что тут я вообще что-то ничего не вижу. Хотя нет. Вряд ли. Ну давай поищем тогда, я не знаю. Машина ничейная. Наверное, возьмите ее, пригоните в лагерь, добавьте в коллекцию. Но мы этого делать не будем, мне это как бы сейчас вообще не до этого. Патроны, вижу, сзади были. Давай наверх поднимемся. Тут, может, тоже что осталось? Тут ничего не осталось, а вот сзади что-то было. Так. Забирай. Его два лома, или нет? Один из двух. Место пожил 100%. Тут снайпер был, может быть, от него что-то осталось. Там патрончики, например. Угу, круто. Винтовочные, дробовые. Хотя бы так. Так, пошли вниз. Блин, друзья, вы не представляете, как круто играть без тормозов, а? Я давно об этом не говорил, но тем не менее. А вот такая покраска мне еще больше нравится. На свету классно смотрится. Хорош хромать. Во. Они решат, что я сыпой. Не замечу. Вернитесь на этой машине в крепость. Нам далеко до крепости? Блин, нам далеко до крепости. Хм. Я все-таки решил вернуться на этой машине до крепости. Мы поедем к Красноглазке, я не знаю. Я хотел бы это, конечно, пропустить. Вот. Так бы, что время ваше тратить? Но я думаю, так сделаем. То есть, время у меня как бы есть. Давайте мы сейчас прокатимся. Может, по дороге поехать? А мы по дороге едем. Так, стоп. Нам, собственно, вот сюда. Я не знаю, если, может, к фритюру. К нему так-то поближе будет. Черт его знает. Я просто боюсь, мы приедем к нему, а он нам еще чем там задание какое-то даст, еще что. А че звук пропал? Я свой? Я свой? Я с... Твою мать. Я не свой. Хотя ладно, давай попробуем кафетюру. Чем черт не шутит, а? Огоньки? Хрена. Да и топливо здесь как-то не ахти. Просто Красноглазки вообще далеко. Я тебя прошу, только не вылетай, а? Ты сегодня уже два раза вылетал. Новый транспорт. Эгей! Вот там его прославляют. Паломники из мрачных холодных пустошей, приходите, укройтесь с нами в свете пламени. Мы приютим любого.
Нет, друзья, я с вами тут вообще сейчас общих дел иметь не хочу. Я тачку пригнал, я свое мрачное дело сделал. Теперь отправляемся дальше по заданию. Я думаю, сейчас эту дорогу явно можно пропустить. Странная херня тут происходит. Машина снова стоит, и снайпер откуда-то появился. Хотя мы были здесь буквально 2 минуты назад. Все, снайперку убираем, со снайпером мы разобрались. Машина у нас уже есть в коллекции, если это, конечно, не какая-нибудь другая. Чисто ради интереса. Просто чисто ради интереса. Нет, такая же. Абсолютно. Я помню, у нас бы тогда появился значок, типа, привезите машину, все дела. Ну что, отправляемся. Может, тебя заправить надо, нет? Топливо у нас как? Топливо есть, в канистре тоже полный, в баке, так что все хорошо. Гарпун выбрали. Жутковат, я скажу. А, вот солнце, все хорошо. Погнали. Че, вот она, территория стервятников. Окей. Тут мы, наверное, тоже все будем обыскивать. Это уже тут на какое-то шоссе похоже. Летит, вот так вот она летит. А чё тут по прямой? Давай по нетрушечке. Вжарим. По максимуму. Ой. Чё, всё, нитро кончилось. И чё? Место поживы. Кстати. Музыка играет? Серьезно? В Безумном Максе есть музыка, друзья. Я чё-то первый раз вижу. Первое, что привлекает внимание, это вот этот грузовичок на отшибе, автобус. Потому что он как-то тут вообще один-одинёшенок. Есть в тебе что? Может, что-нибудь пройти в тебя, залезть? Нет? Реально музыка играет. Офигеть. Блин. Ништяк. Давай обыщем, я просто не могу мимо пройти. Мимо такого не проходит. Че у нас тут пески? Тут у нас пески. Может, на крыше что есть? Я в шоке, в Безумном Максе музыка. Прикольно, кстати, музыка такая пустынная, как будто мы в пустыне находимся. Но мы, в принципе, в пустыне и находимся. Чем-то смахивает на пустыню где-то неподалеку от Лас-Вегаса. Кстати, все может быть. Может, мы там и находимся. Нам ведь вроде бы не говорят, где у нас все действие происходит. Ну, хорошо, давай смотреть. И еще чуть. Так, ух, ёлки, тут шипы, так. Кровавый след, кровавый, да. Чего сбитый случай? Привет, мистер Крис. Мультик, помню. О, не мультик, кино давным-давно было. Убитый существ. Офигенный перевод. Не, мышкой я убивать не буду. Было кино где-то в 90-х годах, «Мышиная охота» называлась. Там дом хотели разрушить, пришли эти санитары леса, так называемые. Ну, демонтажники или кто они там, честно не помню. В общем, их задача была, по-моему, темно стало, разрушить дом. 1-1-1. И вода. Вот. Ты хочешь флягу из унитаза набрать? Я надеюсь, ты это будешь из бачка делать. Потому что это единственное место, где тут, я предполагаю, наличие воды. Иначе больше не из куда. Вот, и в доме жил один... Там песок, Макс! Там же... Ты откуда набирал? Объясни мне. Там песок. Ладно, будешь пить песок в следующий раз. Вот, и в общем, мышонок жил один в этом доме. Он там всякие ловушки настраивал и, как говорится, не давал... захватить и взорвать этот дом. Я не помню, чем кино кончилось. Смотрел очень давно, когда еще маленьким был. Там наверху скелет с кружкой. Все ниже, ниже и ниже. Да, вот так вот. Фонарь включил. Он же у тебя есть? Есть. Стремный, правда? Ну да ладно. Так. А насколько там глубоко? Понятно. О, привет, ребятки. И че? Оп. Давай. Ха, меня сам на эту херня не пройдет. О. Вам удобно в противогазах? Готов?
комбо из 13. Блин, я тащусь от музыки, если честно. Вообще неожиданно. Может, она и раньше тут была, я и не замечал. Но, блин, чертовски неожиданно. Так, вижу ломик. Опять у нас кровавая баня. В смысле, ванна. Патроны есть. Но патрон у нас максимум, наверное. Нет. Взяли. Винтовочный. Вход запрещен, я вижу. Так, Макс, давай прыгать. Прыгай! Нормуль. Я думал, провалится. Забирай. Ящики с ломом один из одного. 47 плюс 21. Круто. И внизу тоже круто. Как только деревяшки эти не сгорели, я все поражаюсь. Наверное, особенные. Огнеустойкие. Реликвии прошлого у нас тут есть. И ломик. Лицо. Макс в молодости. Лицо кинетика, да? Ха-ха-ха-ха. Переворачивай. Салли, а помнишь то безумное приключение, когда мы пили дождевую воду и ели змей? Кто бы поверил, что мы платили за то деньги? Деньги за то, что сейчас стало способом выжить. Быстро все изменилось. Марк. Окей. Нам казалось, что выживание — это просто игра. Мало кто доходил до финиша. Это, наверное, этих, как его, черепа читеров. Во. Черепа злостных читеров GTA. Потому что в Безумном Максе вроде бы как читов нет, и только трейнеры. Ну ладно, пускай будет черепа читеров в Безумном Максе. Вот они тут все находятся. Окей, чё, побежали обратно, давай снова прыгай. Отлично. Блин, я тащусь от этой мозги, серьезно. Поесть? Как бы не надо, по консерву, да. Максимальное здоровье у нас. А как мне бы выбраться? А вот, вижу, все отсюда. Хорошо. Погнали. Там еще знак какой-то был. Давайте его обыщем. Может, там что есть. Просто место такое, как-то это, не очень похоже на другие. Тут вроде ничего. Блин, офигенная музыка. Реально офигенная музыка. Я надеюсь, меня нормально слышно. А то я прям вообще что-то развалился такой в кресле. Микрофона монитора. Так. Че это я зеваю? Я же вроде встал недавно. Сейчас минутку кое-что сделаем. Так. Продолжаем. Че хотел? Тут ничего нет. Вон, та штука. Давайте к ней сходим. Просто в памяти есть у меня один момент, когда я смотрел очень давно «Безумного Макса». Вот это... Вот это вот... Что-то тут, по-моему, связано, что-то тут было. Мне просто закусочно это как-то вот встретилось. Но в биографии Дюны... Нет, ничего нет. По-моему, тут что-то где-то рядом есть. Я не могу утверждать на 100%. По-моему, что-то рядом с этой закусочной есть. Блин, в упор не помню. Вот помню эту закусочную, но что там с ней связано, я не помню. Ну, может быть, там нет ничего, может, просто показалось. Блин, офигенная территория. Наверное, башня. Черный маяк для роковых тоннелей. Черный маяк для роковых тоннелей. Вон туда еще дорога ведет. Тут есть хоть что-нибудь. Место поживы есть. Ну нам надо туда, ну давай. Я не против. Поехали. Стоп. Че здесь? Место поживы. Давай. Вылезай, Макс. Хрена там песка. И нам, наверное, вниз. Там есть проход под бетоном. Фига вас. Фонарь включи. Твою мать. Включи фонарь. Боевой сцинк. Хрена.
Зараза, куда я попал? Раз, первый готов. Так, все, давай, сориентировались. Готов. Макс, давай, знаешь как? Вот так вот. Так, нахер иди. Что-то они прям вообще накинули со всех сторон. Это ты зря, конечно, сделал. Разбивание щита. Тебе еще щит надо сломать? Совсем что дур дал? Твою мать. Супер комбо, как говорится. Блин, я их вижу только благодаря их глазам. Готов, ублюдок. Не, музыка тащит. Там, походу, еще один стоит, нет? Или показалось? Че у нас тут? 4 лома. Место поживого. Лагерь стервятников. 2 я точно вижу. Давай все с них соберем. Блин. А, вот 3. Я не перестаю радоваться музыке. Тут у нас автомат быстрого питания, наверное, когда-то был. Так, затычки. А, затычки, заточки. Заточки у нас максимум. Патрон тоже максимум. Мы, походу, все с них собирали. И вот машина, кстати, еще стоит. А может быть, это кузов? Или может быть, это наша машина? Кстати, может, реально кузов? Ну-ка. Нет, просто так. То есть, это даже не машина, это декорация. В нее залезть нельзя. Или вот только в ней сзади как-то залезать. Тупо шипованная тачка. Что-то еще есть. Так, вот еще. 3 из 4, ну да, так есть. И 4 из 4, да. Все, готов, место пожил 100%. Вон туда еще, наверное, для вида сделан проход, типа оттуда можно сюда приехать, но по факту приехать оттуда, наверное, нельзя. Может быть, и можно будет в будущем. Все, тут вроде бы как совсем разобрались. А, погоди. Погоди, это что-то есть. Лестница? Че, запасной выход, что ли? Типа, как в каждом доме должен быть запасной выход? Серьезно? Реально? Запасной выход. Окей. Пусть так. А, ну да, вот он как идет. Перепрыгни. Макс, твою мать. Все, давай отправляемся теперь уже наконец вот туда. Там, наверное, серию закончим, потому что, по-моему, что-то уж очень долго. Прям, ну, очень долго. Что там у нас по времени? Ёлки. Окей. 3 часа ночи. Время 3 часа ночи. Ну, или 3 часа утра, для кого как. Для меня 3 часа утра. Давай, потопи. Вот это самая черная башня. Знаете, это чем-то на аэропорт. Да, аэропорт, кстати. Смотри. Как я четко угадал. Аэропорт. Похоже, под Дюн когда-то был аэропорт. Да ты... При этом место про это место рассказывают жуткие истории. Кишки. Да, посмотрим, что у нас там есть. Может, тут что-то интересное есть? Хотя, по карте... На карте ничего не показано. Может быть, тут и нет ничего. Куда я забрел? Наверное, вправду ничего интересного нет. Да, под Дюн когда-то была аэропорт. Аэропорт в Лас-Вегасе. Нормально. Всякое бывает. Жалко то, что точки сохранения здесь не будет. То есть, если мы сейчас... Ты можешь туда залезть? Мне просто так интересно стало. Или типа как закрыт, все дела. Угу. Залезть нельзя. Печально, конечно. Вот, то есть, если мы сейчас заедем туда, я там закончу серию, я появлюсь где-то в крепости, это, конечно же, минус. Я бы даже сказал, большой минус. Опять придется сюда ехать в следующей серии. В теории можно, конечно, записать две серии под... Че это такое? Дюны! А может быть, или, может быть, я тут появлюсь? У нас как бы, значит, крепости появились. Нам туда.
Святой, гарпун готов. Гарпун и гарпун готовы. Чё? Жутко. Смотри, волшебная сфера. Такой языческий храм здесь стоял. Соберись, нам нужны лампочки. И на этом я предлагаю закончить, друзья. Неожиданно тогда миссию не выполнили. Поехали на миссию, миссию не выполнили. Тем не менее, серия уже довольно-таки долгая, так что давайте здесь мы закончим, завтра уже продолжим. Обязательно поедем, исследуем этот аэропорт весь изнутри. Да, место поживы тут ничего не показано. Вот, надеюсь, понравилось. Не забывайте ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Кинетик и Безумный Макс. Всего хорошего, увидимся. Пока.